Новотроицке на стадионе «Юность» появится крытый футбольный манеж. Ранее мы рассказывали, что в рамках реализации мероприятий по комплексному развитию города в 2024 году выделены финансовые средства на составление проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Металлург» и возведение крытого манежа на стадионе «Юность» для тренировок «Дюшноста» в холодное время. Это 15 и 10 миллионов рублей соответственно. Некоторое время назад на официальном электронном портале госзакупок появился лот. Разработка проектно-сметной документации на объект строительства крытого манежа для игры в футбол. Согласно техзаданию, спортивное сооружение манежа размером 90 на 45 метров в осях должно состоять из металлического каркаса с трехслойным тентовым покрытием с утеплителем толщиной 150 мм, который располагается на монолитном железобетонном ленточном ростверке. Высота объекта 21 метр. Общая площадь манежа 4000 квадратных метров. Поле с искусственным спортивным газонным покрытием должно быть размерами 65 на 45 метров. Когда непосредственно начнутся строительные работы, пока неизвестно.